Казахстан и Россия намерены совместно воспитывать молодежь в духе патриотизма. Сегодня в торжественной обстановке стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Планируется, что воспитанники движения «ЖАС Сарбас» и «Юнармия» будут реализовывать совместные проекты и участвовать в патриотических мероприятиях. Республиканское военно-патриотическое движение «ЖАС Сарбас» основано в 2010 году. Его ряды насчитывают 73 тысячи детей до призывного возраста. Их обучают военному делу, тренируют физическую выносливость. Теми же способами интерес к армии среди школьников вызывают и в соседней России. Их движение называется «Юнармия». Теперь два объединения будут сотрудничать теснее. Обмен опытом двух стран, также получается именно совершенствование военно-патриотической работы среди двух стран, чтобы именно наши ребята обменивались опытом, знаниями. Также мы уже возродили в Казахстане работу поисковых отрядов. Наша детская студия «ЖАС Сарбас» именно принимали участие на больших ценах Российской Федерации. Помимо обмена знаниями, предусматриваются и двусторонние визиты воспитанников движений. Возможно, даже будет организован совместный детский лагерь. Допустим, в прошлом году мы участвовали в ваших военно-спортивных играх. Также мы будем приглашать ребят, продумаем обязательно мероприятия. Возможно, это будут лагерные смены, на которые будем приглашать детей. На самом деле, спектр сотрудничества, он очень большой. А первым совместным проектом, пожалуй, можно считать этот концерт. Для воспитанников военно-патриотических клубов и кадетских классов на одной сцене выступили маленькие артисты творческой студии «ЖАС Сарбас» и школы-студии «Юные Александровцы». Елена Шрайбер, Маради Ханбаев, Хабар 24, Астана.